Итак, прямо сейчас мы создали полностью новый аккаунт на BlackRush, и прямо сейчас мы постараемся очень быстро развить его при помощи промокодиков на BlackRush. Друзья, всем привет, с вами снова Донни, и добро пожаловать на канал. Сегодня мы снова играем на BlackRush, это у нас мобильный КРМП, скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И, ребят, заходите на сервак Orange, именно здесь я играю, и именно здесь я покажу вам, как можно очень быстро развиться на BlackRush при помощи промокодиков. Итак, ребят, разумеется, когда вы создали себе аккаунт и зашли на сервак Orange, в чате вводите очень простую команду /promo, как это делаю я. Открывается окно, выбираете пункт номер 1, и здесь в этом окне вводите очень простую команду, которая называется хэштег Донни. Вводите ее, нажимаете ввести, и после этого вы получаете Gold VIP-ку, Rolls-Royce, скин и аксессуар вообще бесплатно. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику и заходите на сервак Orange, ребята. Всех вас здесь жду. И также, ребята, прямо сейчас у вас на экране появился комментарий, который в этом ролике побеждает и зарабатывает 1000 блэккоинов на любом серваке BlackRush. Если ты тоже хочешь победить и заработать 1000 блэккоинов на любом серваке BlackRush, то просто в комментариях под этим роликом напиши слово «участвую». В принципе, можешь любой комментарий писать, чтобы в нем было слово «участвую». Чем больше разных комментариев ты напишешь, тем больше шансов, что именно ты победишь и заработаешь 1000 блэккоинов на любом серваке BlackRush. Итак, ребята, как вы знаете, на BlackRush есть очень много промокодиков, которые реально помогают очень часто быстро развиться на проекте. Давайте мы не будем тянуть, и сразу под самое начало мы ведем один из самых новеньких промокодиков, который есть на BlackRush. Он называется хэштег clone23. Вводите его, нажимаете ввести, и после этого вы получаете платиновую випку, BMW X6 и 3 аксессуара вообще бесплатно, но лишь на 3-м левеле. То есть вы зашли, промокодик ввели и пока про него забыли. То есть как бы он вам дастся, когда у вас будет 3-й левел на BlackRush. Пока про него вы забыли. И идем дальше. Вводим промо следующий, который есть у нас на BlackRush. И называется он очень просто, а именно хэштег 900K. Вводите его, и ребята, вы получили Gold VIP-ку, 3 скина и 2 тачки. Gold VIP-ка у вас работает сразу, поэтому вы зашли, ввели промокодик, получили Gold VIP-ку, и у вас сразу пошло удвоение зарплат, у вас пошло увеличение экспириенсов за один payday. Короче, в принципе, у вас просто пошло очень много разных плюшек для быстрого развития на любом серваке BlackRush. Но вот, ребят, на Orange промокодики работают. Где-то еще, я, честно говоря, даже не знаю. Идем дальше, вводим промо, который называется хэштег creep. Вводим его, ребята, и мы получили 2 тачки и 3 скина мы получили. И это, ребята, очень круто. То есть, в принципе, можем выйти с нашего скутера, зайти в инвентарь и, например, какой-нибудь скин надеть. Советую сразу вот одежда номер 92, ребята, используйте, потому что она реально имбовая. Имбовый скин, потому что вы можете передвигаться быстрее, чем другие игроки, благодаря этому скину, потому что этот скин, у него есть режим бега, вот такое вот ускорение, то есть ускоренный режим бега, не используя кнопку ускорения. Что это, ребята, означает? То есть вы сможете передвигаться с ускорением без кнопки ускорения. То есть у вас не будет уменьшаться ваша выносливость, вы можете бесконечно бегать с ускорением. Это реально, ребята, круто, я считаю. Это один из самых крутых скинов, который есть, в принципе, на BlackRush. Идем дальше, вводим промо, который называется ETBR. Вводим его, получили BMW X6M. Идем дальше, вводим промо, который у нас называется HV2021. Вводим его, нажимаем ввести и получили аксессуар коса 2 на 24 часа. В принципе, ребята, очень даже это, я считаю, что неплохо. Идем дальше, вводим промо, который называется Скуби. Вводим его, нажимаем ввести, и получаем мы на 2-м левеле Volkswagen Station Deluxe на 6 часов. Буквально скоро покажу, как забрать промокодики, если они даются лишь по достижению разных уровней и либо же отыгровки часов. То есть, опять-таки, покажу вам буквально очень скоро, как их забирать. Идем дальше, вводим промо, который называется хэштег Shark. Вводим его и получаем Mercedes GT63S. Тачка очень крутая. Идем дальше, вводим промо, который называется Старт. Вводим его, и получаем мы Mercedes Волчок на 3 часа. W
124. Идем дальше, вводим промо, который называется, ребята, очень просто, а именно Dev. Вводим его и получаем мы вас 21.14 на 8 часов. Идем дальше, вводим промо, который, ребят, у нас называется VKBR. Вводим его и, ребята, мы получаем BMW Z4 и скин на 58 часов. Что тоже очень, я считаю, что круто. Промокодик VKBR мы ввели, теперь BRVK мы вводим, да, и, ребят, забираем акушку на 12 часов. Поэтому прямо сейчас заходите и промокодики эти вводите. Далее два максимально похожих промо, это хэштег March, вводим его, и, ребята, мы получаем 3 скина и одну тачку. Идем дальше, вводим промо, который называется хэштег 8 March, вводим его, и, ребята, мы получаем 2 скина и 2 тачки. Далее мы вводим промокодик, который называется хэштег Holy March, вводим 23. Вводим его, ребята, и мы получаем платину випку на 24 часа, скидку в магазине, а также 5 машин, ребята, то есть просто это очень круто. Прямо сейчас у нас получается, что в инвентаре у нас есть, ребята, 13 машин, да, и также у нас есть много разных скинов и аксессуаров, то есть заходим мы в инвентарь, и вот наши аксессуары, вот наши скины, они все здесь есть, то есть мы нажимаем использовать и одеваем какой-нибудь другой скинчик, можем играть с другого скина. Но опять-таки есть промокодики, которые даются со временем. То есть, предположим, хэштег Дони вы забираете лишь через 1 час игры. То есть, что вам реально необходимо сделать? Вводите команду слэш промо, после этого заходите в раздел забрать призы. Отыгрываете 1 час на Black Rush, после этого забираете промокодик хэштег Дони. То есть, нажимаете 2 раза на него и забираете приз через 1 час игры. Также, когда вы в будущем поднимете себе второй левел, вы забираете промокодик хэштег Скуби таким же образом. После этого хэштег Holy March, а также еще хэштег Клоун 23. Промокодики реально очень классные, там есть разные бонусы на платину випки, поэтому заходите прямо сегодня. И промокодики, ребята, эти вводите, это очень важно, потому что, возможно, завтра этих промо уже не будет, ну, каких-то из них. Поэтому заходите сегодня, промокодики эти вводите. И, ребята, самое главное, что эти промокодики работают на серваке Orange. Реально на многих других серваках эти промокодики вообще не работают. Я это сам лично проверял. Но на серваке Orange они работают 100%. Поэтому заходите и промокодики эти вводите. Друзья, я надеюсь, вам очень помог. Поэтому ставьте лайки и, разумеется, участвуйте в розыгрыше 1000 блэккоинов на любом серваке Black Rush. Просто в чате пишите слово «участвую». Либо же разные комментарии. Чем больше комментариев, тем больше шансов победить в розыгрыше 1000 блэккоинов. Возможно, именно ты завтра сможешь купить себе крутую тачку уже вообще бесплатно, просто благодаря розыгрышу блэккоинов. Всем удачки и всем пока!